Значки октября, чернильницы и вымпелы. 80-летие Алтайского института повышения квалификации педагогов отметили в духе советской эпохи. Сотрудников института поздравили коллеги из Российской академии образования и представители Краевого министерства. Отметим, на базе учреждения ежегодно свою квалификацию повышают более 15 тысяч педагогов не только края, но и соседних регионов. Сейчас в составе института 4 факультета. Здесь же располагаются центры финансовой грамотности и мониторинга здоровья учащихся. Как сообщают представители Минобра, в будущем в учреждении планируют осваивать проект цифровых школ. Гармоничное сочетание аналоговой работы учителей, скажем так, меловой педагогики и цифровой педагогики, чтобы это было интересно детям с одной стороны и удобно и понятно и родителям, и учителям. В фойе концертного зала «Сибирь» для гостей праздника работала интерактивная выставка с атрибутами школ прошлого века. Знаковыми экспонатами стали «Учительская газета», где в советское время писали про педагогов-передовиков, а также барабан пионера и знамя с ликом вождя мирового пролетариата.